Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 640. Дано. Нам дана окружность центра в точке О и радиусом равным 4,5 сантиметра. Нам дана точка А. И через эту точку А проведены две касательные к окружности. Тогда проведем касательные. Касательная АВ, причем точка В – это точка касания. И касательная АС. Точка С – это точка касания. И запишем АВ и АС – это касательные в точках В и С. Еще нам дан отрезок ОА. Отрезок ОА равен 9 сантиметров. И нам нужно найти угол между этими касательными, то есть угол BAC. Ну, проведем сразу, соединим точки О и А, и соединим также OB и OC. И поскольку OB и C – это точки касания, тогда касательная АВ будет перпендикулярна радиусу ОВ, проведенному к точке касания. А касательная АС будет перпендикулярна радиусу ОС, проведенному к точке касания. А раз так, то тогда углы ОБА прямые, прямой, и угол АСО тоже прямой угол, а тогда треугольник ОБА и треугольник ОАС прямоугольный. Ну вот, начнем с треугольника ОБА. В этом треугольнике ОБ это катет. И этот катет равен радиусу окружности. Значит, он равен 4,5 сантиметра. А ОА в этом треугольнике гипотенуза. И ОА равна по условию 9 сантиметров. Тогда получается, что катет ОБ в два раза меньше гипотенузы, ну, равен половине гипотенузы. А раз так, тогда угол, лежащий напротив этого катета, равен 30 градусам. То есть угол ОАБ равен 30 градусам. То же самое в треугольнике ОАС. В нем ОС – это катет, и он равен, ОС – это радиус окружности, и он равен, значит, 4,5 сантиметрам. А ОА – это тоже гипотенуза в этом треугольнике ОА. И получается, что катет ОС равен половине гипотенузы ОА, а это значит, что угол ОАС, лежащий напротив этого катета, равен 30 градусам. Ну и теперь, конечно, мы можем найти угол BAC. Угол BAC будет равен сумме углов OAB плюс угол OAC. Каждый из этих углов равен по 30 градусов. Значит, 30 плюс 30 – 60 градусов. Ответ. Угол между касательными, проведенными к окружности, равен 60 градусам. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.